городе первой нефти Западной Сибири есть кусочек Средней Азии. Одна из самых протяженных и оживленных улиц Урая носит название Республики Узбекистан. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей, ведь трасса соединяет почти все микрорайоны. На магистрали длиной почти в 2 километра расположены дома 2, 3 и западного микрорайонов. А также находится храм Рождества Пресвятой Богородицы, социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, школа для детей с ограниченными возможностями здоровья, городская гимназия, мемориал памяти и аллея славы. Каждый день по этой улице проходят сотни пешеходов, но знают ли они, откуда пошло название? Узбеки, наверное, строили. Ой, не знаю. Наверное, узбеки строили. Строил узбек Дорстрой. Узурай Дорстрой строил. А вот вы видели, как мой муж был прорабом здесь. Он ее строил, эту дорогу. И действительно, название улица получила благодаря строителям. Минавтодор Узбекской ССР, один из лучших в стране, проложил на Тюменском севере более 600 километров дорог с бетонным покрытием. При этом бетонные плиты также были привезены из Среднеазиатской республики. В 1985 году работы были завершены. И по решению городского совета народных депутатов новой магистрали города было присвоено название «Узбекистанская». Впрочем, местные жители называют ее по-другому. Одновременно было закончено строительство Байкало-Амурской магистрали. Поэтому и называют эту улицу в народе БАМом. Вот. И к тому же эта улица была построена очень быстро, как говорят по-бамовски. В то время эта улица стала настоящим местом притяжения урайцев от мала до велика. Была новость вообще большая, когда построили БАМ. Там вообще все ходили табором, гуляли. Особенно мы вообще были, да, молодые. Вообще интересно было. Сейчас, конечно, это уже нашим детям не понять, что мы ходили по асфальтовой дороге и радовались жизни. За годы эксплуатации внешний вид Узбекистанской не раз менялся. Были высажены деревья, появились газоны, бетонные плиты сменили на асфальтовое покрытие. В 2020-м улица Узбекистанская вновь обновилась. Здесь появился уникальный для Урая арт-объект. Теперь на ограждении гаражного кооператива «Нефтяник-2» запечатлены значимые исторические события для нашего города и страны в целом.